Супружеская чета из Актобе попала под следствие за подделку ПЦР-тестов. Полицейские задержали врача одного из частных медцентров, которая по предварительному сговору со своим супругом продавала фальшивые справки с отрицательным результатом на COVID-19 дальнобойщикам, выезжающим в Россию. Под ложными документами успели воспользоваться 10 человек. Тему продолжит Лейла Уесова. В Актобе подделку ПЦР-тестов превратили в семейный бизнес. 33-летний мужчина находил клиентов на пограничном посту Жайсан и предлагал им купить справки о сдаче ПЦР-тестов. В основном это были водители грузовиков, выезжающие в Россию. Данные дальнобойщиков он отправлял своей супруге-медику. Та выписывала фальшивые справки и перенаправляла их мужу. Все обстоятельства дела сейчас выясняют полицейские. В ходе досудебного расследования были установлены и допрошены в качестве свидетелей 10 граждан, которые использовали заведомо ложные ПЦР-тесты. По данному факту проводятся следственные действия по статье 385, части 1 и 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Подделка и использование заведомо ложного документа». Кроме того, 5 актюбинцев с красным статусом привлекли к административной ответственности и оштрафовали на общую сумму 218 775 тенге. С начала запуска приложения Ашех в регионе выявили 200 нарушителей режима изоляции. Система не пропустила в общественные места 70 посетителей, зараженных коронавирусом, и 134 актюбинца с желтым статусом. Имена казахстанцев, у которых выявят красный статус, приложение Ашех теперь будут публиковать в СМИ. По QR-коду сегодня работают 930 субъектов бизнеса, большинство из них – рестораны и кафе. Между тем, эпидобстановка в регионе остается напряженной. Только за сутки медики выявили больше 100 новых случаев заражения COVID-19. На домашнем карантине сейчас находятся 4000 актюбинцев. Лейла Осова, Жомарт Кудайбергенов, телеканал ТДК-42, Актобе.